ребят, с вами Сила Субботки. И готовы ли вы сраться кирпичами? Потому что мы будем с тобой играть в Five Nights at Freddy's, 5 ночей Фредди. Но только уже во вторую часть. Так, к сожалению, вторую часть они не умудрились сделать на широкий экран. Там много еще изменилось, в принципе. Смотря на вот эти вот игрушки, какие-то другие тут стали уже. Ну, короче, давайте меньше батони, давайте играть. Великое... Реоткрытие, или как сказать. Короче, не снова открывается. И опять мы работать будем в ночной пиццерии Фредди. Так, как вы видите, наша будка изменилась. Опа, звонит кто-то. Алло, слушаю, давай. Спасибо. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, конечно, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. Как если что, прикинуться одним из них, типа подумали. А, ребята, это наши дымы. Также вот мы вот так вот можем на Ctrl сидеть на этом. И вот тут у нас вентиляция. Да, у нас теперь тут вентиляция, не двери, чё-то, а вентиляция. Так, надеюсь, тут не будет так жестче, как в первой части. Вот тут у нас все три игрушки, вот тут заяц, мишка и цыпа. Так, тут у нас вот есть музыка, музыкальная коробка. Наверное, нам нужно, чтобы отвлекать эти. В принципе, тут так все чисто. Так, и как бы все спокойно, 1 час ночи, нормально. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are. In this case, that's your office. So our temporary solution is that there's a music box over by the prize counter. Robots, they were. So just every once in a while, watch over the prize counter video feed and light it up for a few seconds. It doesn't affect все остальное не тратится. О, уже 2 часа. Ну, я думаю, мы справимся с этой удачкой. Оп. Так. Так, подожди. Заяц куда удрал? Где заяц? Где ребята заяц? Где заяц удрал? В смысле? Ладно, шучу. Ладно, ребята. Опа. Warning. Давай. Включаем музыку. Так, на месте где это? Так, тут все чистое. Что за это такое? Здарова, чувак. Так. Покиньте красивый нос. Так, главное, чтобы наша задница была в порядке.
где этот? Где заяц? Где заяц? Где заяц? Не. Опа, опа, опа. Не, ну это, конечно, все забавно, но куда заяц делся? Кто-то скажете мне заяц, где это заяц? А, вот он. Сидит там. Что ты там сидишь? Ну, заяц, погоди. Ностальгия, ну погоди, блин. Так, 4 часа ночи. Ну, вроде как бы справляемся со своей работой, но это неплохо, ребятки. Оп, оп. Опа! Цыпа! Цыпа! Ты чё? Чё, цыпа? Творишь? Так, заяц там сидит. Так, подымем. Да, у нас фонарик тратится, это фигово. Ну, реально жизнь, блин, короче. Опа, цыпа, цыпа, цыпа где? Цыпа! Фак! Фак, где цыпа? Где цыпа? Где цыпа, мать вашу? Тут цыпа была, ребята. Ребята, чуть делать. Чуть домин... О, а, вот цыпа. Ну, тут спа... Да, ну тут цыпу уже лучше сделали. Более такую. Сексапильную. Не, ну, ваша игра вообще там, не знаю, вообще такой четкий был поцик. Опа, 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 опа. Музыка ломается, работать. Не-не-не, давай, давай, работай, музычка. Wind up, music box. Где цыпа? Цыпочка, ты где? Не-не-не-не. Ну нафиг это дело. Все, я медведь, ну вот нафиг. Блин, такой звук, когда он дышит, это капец. Не, я не снимаю, ну вот нафиг, ребята. Yeah, справились, ребята, справились. Yeah. Оп. Я переключился на другое окно. Yeah, мы справились, ребята. По прошлой игре мне не получилось одной ночью справиться, а тут оказалось немножко простенько. Но это пока только первая ночь, ребята. Лё. Hello? Hello? Алло, что надо? Вася. See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Вот там и сидеть, я сказал. Опа-на! Работать. Music box работать. They even started retrofitting them with some of the так, где там этот пацан? The paint was just so ugly, you know? Тесло, он опасный хоть? Вот so и стоит. Суперкит? Суперкит, ребятки. Ой, ребятки, ой, ребятки. Чё-то вот там про суперпацана говорит. Это вот там вот этого суперпацана. Ну, поворачивайся, камера. Эш, ты чё, ты типа суперпацан, типа, ой, бред. Что я делаю? Так, где? Опа! Опа! Подожди, там все на месте хоть? Так. Цыпа, так. Ну, заяц, погоди. Опа, цыпа. Так, а где заяц? Заяц! А, вот заяц, рок-н-ролль. Я уже понял, что не забывай про музыкальную коробочку. Так, мишка на месте. Цыпанная. Цыпа там. Опа, заяц! Заяц! Ты где? А, вот ты где, заяц. Заяц, няшечка просто, мой. Поняшка.
Ой! Ну нафиг. Я Мишка. Сыпа, я Мишка. Ты чё, я Мишка, я свой. Ну а так вообще неплохо такая. Чика. Чика. А он тут сижу в маске, может смоется. Да ну нафиг, там нужно Music Box чинить. Блин, надеюсь, она хоть там не подкрадется. Блин, ребята, что-то стрёмно пускать планшет. Где? Hello. Опа! Лис! Иди на мид. Я Мишка, пацаны, ребята. Ребята, пацаны, я Мишка, поняли? Блин, не нравится, что он там. Да что ты там стоишь? Что тебе надо? Я работаю. Вот. What the fuck say? Ну, сейчас вам и будет what the fuck say. Music box! Работать! И работать, я сказал. Ой, надеюсь, он не подкрадется, пока я зырю в планшет. Опа, что это? Так. Он дизайка. Он ди... А, вот. Чика. Чика. За... Блин, что ж так налетает? Пипец, ребятки. Ну вот и все. Поработали. Ладно, ну давайте еще раз. Ой, капец. Блин, это конечно, это каким нужно быть рискованным, чтобы работать в такой пиццерии, где игрушки нападают. Пипец, ребятки, ребятки, я в шоке. Работать! Блин, это, вот этот мишечка, он маленький такой, милашечка. Так, все как видно на месте, это приятно. Смотреть и не думаю, что мы потратим электроэнергию. Так, где этот what the fuck say? What the fuck say? Капуста. Капуста. Во рту выросла. Они все там стоят. Так, 12 часов ночи. Ребята, надо больше продержаться. Крутим, крутим, крутим. Так, 1 час ночи. Все на месте. Все норм. Так, где этот лис обитает? Песков. Понял, ты ж там был. Заяц, ну что ты творишь? Ну ты не... Блин, ты голова. Забывай. Так, там у входа никто не стоит. Раз. Опа! Опа, коробка. Music box. Ой, фак. Ой, фак. Ой, фак. Ой, фак. Ой, фак. Что это было? Что это намек? Зайца нет. Так, пусто. Я одеваю маску. Так, я Мишка, ребята. Я Мишка. Да ну нафиг. Я знаю, что ты секси, но блин. Ты нормально, не, ты это. Меня напасть хочешь.
Да я же в банке был, что за дурость? Капец. Опять этот лес. Что за ерунда? Не, это уже сложнее что-то стало. С дверями было проще. Хоть и пофиг, что же электроэнергии было проще. Надо 6 часов, блин, прожить. Офиг тут. Время... Время what the fuck say. Фокс. Все сидят там, сидят там, типа. Тун-тун-тун-тун. Вот. Вентилятор, ходят. Опа, кто ходит? Кто ходит? А ну, признавайте, бета, кто тут ходил? Я слышал. Заяц. Ах ты же рок-н-ролльщик сраный. Мишка. Помой подмышки. Так, не понял. Опять они гуляют? Ну ё-моё. Ребята, я работаю, не бегайте, пожалуйста. Чика. Зайка. Хай. Хай, хай. Хай, ухай, с вами Зимангай. Опа-на. Исчезло. Кто по вентиляции лазит? Кто по вентиляции? Ребята, вы так не шутите. Кто-то лазит. Я слышу, кто-то лазит. Заяц. Не готик ты сраный. Опа, чика, 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 а как вы загрузить тебя? Я тебя в рожу свечу. Опа, music box. Опа, сейчас. Ребята, я не поживу эту ночку. Да блин, да что за ерунда? Я еще ничего не сделал. Блин, мне уже не страшно, мне смешно, блин. Кот Кафтон, блин, ну ты это, конечно, шедевр просто отдал. Ну и последний раз все заколебали. Ой, блин. Так. Игрушки, на месте. Music Box, работать. Блин, ну это, конечно. Ё-моё, называется. Райт, лефт, ребята. Ребята, ну тут пока ничего нет. На месте, ребята, на месте.
Зайка, зайка, ребятки. Что это за ерунда вообще? Тут стоит. Вот объясните, что это за ерунда вот тут стоит, уже не стоит. Черт. Черт, что вы творите с моей психикой? Я, короче, ночью работал в пиццерии. И вы не поверите, там игрушки живые. Hello. Я... Они потихоньку приближаются ко мне, приближаются. Да ну нафиг. Я медведь, слушайте. Я медведь. Я медведь. Я медведь. Я медведь. Не-не-не-не-не. Ребятки, ну нафиг это дело. Опа, все есть. Блин! Что? Ну что это было? Блин, да ну нафиг, ваш Five Nights at Freddy's, все. Нафиг это дело. Все, из меня охранник пиццерии фиговый, все. Всем пока. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, рекомендуйте друзьям. Играйте в эту игру на ваш собственный риск.